Привет! Сегодня я поделюсь лучшим, по моему скромному мнению, плеером. Да, им является плеер с очень длинным названием – Media Player Classic Home Cinema. Появляется логичный вопрос – почему же он лучший? А я вам отвечу, потому что плюсов у него немерено. Загибайте пальцы. Портативность. Программой можно пользоваться без установки. Достаточно просто скачать zip-архив, распаковать и можно пользоваться. При этом программа не будет оставлять следы в системном реестре, а все настройки будет хранить в своей же папке. Вес. Для современных ПК может и не актуально, но вот для стареньких ноутов или дешевых ультрабуков со 128-гиговым SSD это может быть жирным плюсом. MPC-HC весит всего 50 мегабайт, так что места ему хватит даже на самых мелких накопителях. Таким же жирным плюсом является производительность. Может, непривычно слышать это слово в отношении плеера, но оно вполне хорошо описывает его работу. Тяжелые файлы размером в несколько десятков гигабайт воспроизводятся мгновенно, и никаких тормозов в работе, разумеется, нет. Добавляем сюда встроенные декодеры, которые позволяют не засорять систему кодеками, различные настройки и фильтры, поддержку огромного количества форматов и получаем отличную утилиту для монтажеров. Не было еще такого файла, который не открылся, в отличие от встроенного плеера Windows. Если всего вышесказанного вам недостаточно, то как насчет того, что плеер полностью бесплатен? Нет никаких ограничений или Pro-версий. Весь функционал доступен всем и сразу. Да, плеер не блещет дизайнерскими изысками или крышесносными фишками, но это ему и не нужно. Ведь MPC-HC – это простая, но надежная программа. Скачать лично мной настроенный плеер можно в телеграм-канале Marty Files. Заходите, смотрите и подписывайтесь.